Ежегодно международный шахматный фестиваль «Абхазия Опен» собирает на своей площадке от 150 до 300 спортсменов из Абхазии и России. В этом году в соревнованиях участвует 150 спортсменов. Участники игр будут соревноваться в детской группе для шахматистов 2015 года рождения и младше, а также в категории 2011 года и младше. Кроме того, пройдет турнир, в котором будут участвовать более опытные взрослые спортсмены. Поздравляю вас с открытием 22-го международного шахматного фестиваля «Абхазия Опен». Значит, 22 года подряд, 2 августа, не пропустив ни одного дня за 22 года, мы проводим турнир «Абхазия Опен». В церемонии открытия турнира приняли участие первый заместитель министра просвещения Абхазии Ада Кварчеля, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараш Хагба и ветераны спорта. Присутствующие минутой молчания почтили память выдающегося деятеля абхазского спорта Джона Хатуговича Губаз. С утра уже сыграли дети в возрасте до 9 лет. На момент нашей съемки соревновались юные шахматисты не старше 13 лет. А вечером будут играть взрослые спортсмены. В играх участвуют дети и взрослые из многих регионов России. Сибири, Урала, Республик Северного Кавказа, Краснодарского края. Приезжают и сильные игроки, которые передают младшему поколению свой опыт. Были в Казани, участвовали в БРИКСе, а сейчас мы участвуем в большом международном турнире, который будет проводиться в Цхинвале, в Южной Осетии, проводит правительство Южной Осетии. Весь русский мир будет там представлен. Ну и мы, конечно, со своим абхазским флагом будем на этом соревновании в сентябре нынешнего года. Первый замминистра образования Ада Кварчеля также поздравила участников турнира. Успехов пожелал спортсменам и председатель Госкомспорта Тараш Хагба. Хотелось бы вам пожелать в первую очередь терпения, показать высокие результаты. Вам желаю, конечно, в первую очередь за этой шахматной доской царило взаимоуважение и честная борьба. Очень приятно, что для нас открываются новые возможности. Константин Андреевич сказал, совсем недавно наша национальная сборная по шахматам имела возможность конкурировать с гроссмейстерами, лучшими шахматистами, лучших спортивных держав. Конечно же, это дает возможность нам развиваться и идти вперед. В каждой возрастной категории будет сыграно по 7 турниров с контролем 30 минут плюс 5 секунд. В основном 60 минут плюс 5 секунд. Фестиваль продлится до 8 августа. Заур Кварча, Джабир Амшуков, Абхазское телевидение.